В Национальном театре Тувы прошел бал активной и инициативной молодежи. Благодарственными письмами и почетными грамотами хурала представителей Кызыла и столичной мэрии награждены активисты, отличившиеся в уходящем году достижениями в общественной работе. А почетными гостями вечера стали глава города Кызыла Дина Аюн и заместитель мэра по социальной политике Нина Потапова. В течение года в Кызыле проводился конкурс «Лучшая молодежная общественная организация среди работающей студенческой молодежи». Так лучшими признаны Совет молодых специалистов при Министерстве здравоохранения Тувы. Дипломом второй степени награжден Совет молодых педагогов, а третье почетное место досталось Республиканскому союзу молодых ученых. Среди студенческой молодежи первое место заняли волонтеры-медики республики, второе место – молодежный центр «Инициатива», а третье – волонтеры транспортного техникума. Среди молодежных общественных организаций победителями стали «Добрые сердца Тувы», на втором месте – «Моя столица». На третьем – «Молодая гвардия». В фойе театра была также организована выставка работ молодежи организации за уходящий год. Бал активной и инициативной молодежи Кызыла прошел грандиозно и незабываемо. Все ребята пришли очень нарядные в вечерних платьях, элегантных костюмах, некоторые даже в маскарадах. Молодые активисты парами исполнили бальные танцы, участвовали в зажигательных конкурсах.